Итак, всем привет. Продолжаем проходить SnowRunner. Так, стоп, я забыл чуть-чуть, что там нужно выполнить. Кстати, вот, все задачки в этих первых двух кампаниях мы выполнили, осталась только третья. Здесь осталось две задачки. Вот, нам вот это нужно. Последняя компания, вот это Morrison Mining, в нем две вот задачки наши последние. И следующая — это доставка брони, это будет в Северном порту. Там уже выполним это задание. Но сейчас у нас... Ага, вот расходники. Сейчас у нас Белая долина. Продолжаем выполнять. Ну, тут тоже такого ничего сложного нет. Просто доедем до... Стоп. Ага. А, нет, стоп, я ж... вот, мне на этой дороге, да, надо заехать? Или по этой лучше пойду? Да, по этой, правильно. В общем, осталась куча, я так и понял, куча прицепов там в Северном порту. Я посмотрел, там есть много всяких цистерн и тому подобное. Блин, ну не знаю, вот как-то до ближайших, возможно, доеду, то есть заберу, продам, но, блин, все забирать как-то вот что-то не с руки мне. Слишком долго по времени, и уже бы хотелось бы переместиться в Мичиган. Там тоже осталось немного заданий, то есть я там начинал, разбирался в игре, чего-то как. Ну, то есть тоже там где-то половина, но в основном я там выполнял это, как им сказать, дополнительные задачи. Компании там не сильно я выполнил. Так что, ну, в принципе, только первые начальные миссии, то есть для обучения и все. Чтобы понять, чего да как. Так что дальше будем проходить уже все остальные задачки основные. Это в Мичигане. Ну, кстати, там есть некоторые, мне вот заинтересовали, но я их так и не пробовал даже выполнить. То есть не смотрел, чего да как, но... В принципе, они меня просто заинтересовали за счет своей там требованиям к прохождению этой задачи. То есть там требовался какой-то то ли вездеход, то ли чего-то такое там было написано. То есть на тот момент, конечно же, у меня его не было, поскольку на Аляске я тогда, ну, то есть не играл его вообще, по-моему. И вездехода у меня не было никакого. И выполнить его я, ну, просто даже не пытался. Поскольку, ёлы-палы, вот так вот чуть-чуть и перевернулся бы этот прицеп с контейнерами. Дурацкие эти деревья в грязи. В общем, не пытался. Проходим. Выполнить, поскольку не было нужной техники. Были только там три или сколько там грузовичков у меня было. Какой-то из них там что-то там был чуть-чуть прокачанный, остальные вообще стоковые, то есть куда-либо там на них доехать, это было проблематично. Так что тем, кому интересно. То есть, да, я, наверное, кстати, поменяю обложку. Сделаю в Мичигане. Чтобы было понятно, где на Аляске, где мы в Мичигане. Но это еще не точно. Так, ну, пожалуй, я донес всю самую важную информацию, что хотел донести.
Наверное, дальнейшее прохождение нашего задания будет в ускоренном времени, поскольку, ну, ехать слишком долго. Так, доехали мы наконец-таки до лесопилки, довезли наши расходники, несколько раз чуть не перевернулся, у меня аж душа в пятки ушла, но все-таки задачку выполнили, доехали. Сейчас приступим к выполнению нашей последней задачи в Северном порту. Итак, продолжаем выполнять последние наши задания. Маршрут я уже проложил, взял наш любимый тягач, крупногабаритный, боровое оборудование. В общем, ехать мы будем долго. Что-либо еще рассказать? В общем, вроде бы как все уже рассказал, больше нечего. Да, остались там две последних задачки, но это дополнительные задачки, то есть выполнять их я не вижу своего смысла. Ну, дальше будем смотреть, наверное, в ускоренном просмотре, поскольку просто будем ехать по дороге, а дорога длинная.
Так, доехали мы до конечного пункта назначения. Вот, и 20 уровень как раз получили, как я и предупреждал в начале видео прошлого. Выполнил я доп. Задачи. В общем, все мы выполнили. Все задачки сделаны. В плане того, как вот эти вот компании, то есть Morrison Mining и вот это вот все остальные, короче. Ничего не изменилось, ничего не добавилось, ничего... Ну, в общем, все как было, так и осталось. Доп. Задачки остались. Вот эти вот. Ну, выполнять их особого желания у меня нету. Плюс к тому еще, где искать, допустим, оставшиеся транспортные средства, я без понятия. В общем, так вот, где был, все видел, ничего не находил, ничего не знаю, в общем, где оно может быть. Но суть в том, что, наверное, останусь я, короче, без них, либо же они просто откроются в будущем, ну, то есть по мере набирания опыта или еще чего-либо, ну, то есть... Где-то, может быть, когда-нибудь они появятся или как-то так. В общем, на самом деле, я не знаю, в общем, где и чего и как. Поэтому не буду говорить чего да как. Но покажу. Аляска. Вот, автомобилей найдено 2 из 5. То есть, ничего не изменилось. В общем, где их искать, то есть, я без понятия. Хоть и пишется, что 87% пройдено, но это ж с учетом еще доп. Заданий, то есть и тому подобных на других локациях, допустим. Тоже есть какие-то вот кирпичи в реке там и тому подобное. Ну, в общем, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотры. С вами был Кейн. Оценивайте видео, пишите комментарии. И до новых встреч!